розетки. Они пластмассовые. Вот такие вот зеленые есть. Такие разные. А вот такие в какую цену? Да, я поняла. 4000. Смотрите, какой сервиз. Все во льду. Он, кстати, без крема. А такие в какую цену? За все 1000 рублей. Все целые. А это современный, да, чайничек? Вот нет, нет. Нет? Да, чайничек дорогой. Чайничек либо 20-е годы, либо кузнец. Вещь старенькая очень даже. Красивый. И какую цену он? Пятерочку. Вот советский тоже недорого. А, ну да, наборчик. Прибавка. А вот такой вот. Какую цену? Это, вам, прошу 700, вам за 400. Отдам без колов. Он как без... настоящий? Да, я поняла. Он без колов, да? А игрушки в какую цену? Игрушки по 15. По 15 рублей. Посмотрите, какой ангелочек-то. Красивый. А, это колокольчик. С иконой. Очень красивый. Звезда. Разные лебеди. Вот эта большая бутылка от водки. Длинная. Здесь гололед. Идешь как пингвин еле-еле, потому что боишься упасть. А падать не хочется. Обычные самые легкие. А в какую цену? Андрей, гагры в какую? Ты тоже 500 просил, ну рублей за 300 отдал. А вот такая? 100 рублей. 100 это рублей. Пластмасс. А, это пластмасс. Я поняла. Холодно. Ветер прям, знаете, бьет в лицо. У меня есть самая большая вареница, а для розеточек нет, большая. Тоже карамельное стекло, тарелочка. Достаточно много разного цветного стекла. Посмотрите, какая рубиновая. Рубиновая, кстати, очень симпатичная. У меня в коллекции, кстати, нет рубиновой. Неужели для ультрафиолета? Был бы у меня такой, да, это для ультрафиолета. Надо узнать, какую цену он. Вот, кстати, графин ЛФЗ. Он в идеальной сохранности. Наверное, 1003 стоит, но крышки нету. Щелкунчик, матрешка. Вот это очень интересно. 1200. А матрешка не написано. Внутри прям много разного. 1000. Очень красивые, кстати. Честно, очень холодно, руки мерзнут. Игрушки. Новогодние игрушки. Посмотрите, банк с огурцами даже есть. Интересный наборчик. Блёсткой. Наборчик 750 рублей. Крышечки нет, да? Крышка есть, он достанет сейчас. Есть. А посмотрите, какая статуэтка. Вот такая вот. Достаточно тяжелая. Мейсон. Мейсон. Настоящий ли он? Вот это вопрос. Попугай. Петушки есть. И посмотрите, какой зайчик на этом, как его, на прищепке. Пингвиненок. У него такое сахарное покрытие. Дед Мороз бордовый такой. Тоже. Львенок.
В общем, здесь много разного интересного, надо искать. Мне очень нравится вот такая вот шелкография. Но она дорогая. Если бы продавец бы чуть-чуть уступил бы в цене, я бы взяла бы. Тем более к своему дню рождения сделаю себе небольшой подарок. Вот думаю. В общем, гляжу, ищу сокровища. Но, к сожалению, уже ничего нету, потому что в такой холод многие продавцы не вышли. Но я забрала себе несколько интересных вещиц. Поэтому будем вам показывать свечник-то. Я нашла. А какую цену? 4 тысячи. Угу. Это бронза? Я поняла, 4. Я поняла, сейчас. Бурчик серебряный. По цене не могу ничего сказать, потому что продавца рядом нету. Лошадь большая. Прям большая. Статуэтки. Девушка вот прекрасная сидит. Красивая. Продавец прям много красоты оставляет здесь, потому что у него на самом деле тоже есть много чего интересного. Вот эти, кажется, немецкие декоративные тарелки, вот это дулевские тарелки, но они современные. Так, если походить, посмотреть, то можно что-нибудь себе найти интересного. Ну, здесь в основном топоры. У него очень много часто берут их. Вот это мне нравится. Она красивая. Сейчас голый просто прошелся по вот этому палацу. Как по красной дорожке, честно сказать. Я не успела это заснять. Здесь разные вазы на ножках. Вроде бы они в идеале. Не знаю, была ли здесь реставрация. Вот одна в форме бабочки, а другая в форме вот такого вот треугольничка. Вот эти тоже я хотела бы. Но они маленькие, без подставки. И тут, конечно же, есть кое-какие небольшие дефекты. Я вам показывала, вот такая пара 3000. Собачка. Вот такой пудель. Ну, в районе 1500, наверное. Я стою, жду продавца, потому что ее рядом нету. Конечно, хотелось бы что-то интересное посмотреть. Еще. А это, кстати, мой пакет, то, что я взяла. Вот такая вот сахарница с крышкой. Она 1200. Пивной большой стакан. Вот такая вот фарфоровая корзинка. Скорее всего, Кисловодск. А может быть, и даже современка. Тарелочка ЛФЗ рыбки. Пепельница ГХЗ. Гусь хрустальный завод. Вот такая 2000. Немножечко не понимаю, что это. Вроде бы это не серебро. Тут есть какое-то клеймо. Может быть, посеребрение, кстати. Надо еще глянуть, что там на пироговой есть. Потому что я не смотрела. Вообще скользко. Прям очень скользко. Я иду и падаю. По Пирогово. Посмотрите, там вот впереди меня все катаются. Ой, а мы-то старые уже. Мы-то не катаемся. Ой, Ян там был. А я его даже не заметила. И даже не поздоровалась. Угу, тихо. Смотрите, какой красивый рисунок. Сюжет. А такая корзинка. Да, разбей еще здесь все. Пепельница. Такая большая картина. И там, скорее всего, гобелен. Сейчас я вот так вам покажу прям. Конечно, красота. Туристов разных приезжают. Посмотрите, я сейчас в стороне Московского вокзала. Вот он. Очень красивый. Причем в Туле называется Московский вокзал, а не Тульский. Много разных икон. Очень красивые. Они принадлежат к ювелирному салону. В Туле есть. Я не знаю, в других городах есть или нету. Тутанхамон. Очень красивые. Икона Ангел-Хранитель. Казанская.
Матрона. Видите, какие елочные игрушки. По 99 рублей. Они продаются в Галамарте. Вот раньше бы я их приобрела бы. Но сейчас я собираю только винтажную посуду, винтажные игрушки. Они по 700 рублей. Вот это очень красивое. Я, как обычно, смотрю клеймо. Ну, это понятно, что это Китай. Но они достаточно симпатичные. А, мне очень нравятся такие же у Villeroy & Bo. Конечно, цены значительно выше. Знаете, это, конечно же, не какой-то там хороший фарфор, костяной какой-то, достаточно тяжелые изделия. Мне кажется, даже это фаянс почему-то, потому что изделия очень тяжелые. Но красивые все равно, хоть это и печать. Также есть набор розеток по 405 рублей. Да. И вот такой вот зеленый носочек. В форме звездочки. Всегда в Галамарте покупаем вот такие вот скотчи для ваших посылок. Потому что это очень выгодно. Очень много скотчей уходит. В неделю уходит, ну, вот таких рулонов 9. Потому что заказов очень много бывает. Видите, цветное стекло в нынешних реалиях. Как оно выглядит? Конечно, винтажное, оно намного лучше и по качеству, и это вообще не стекло, скорее всего, а добавка немного стекла. Стоят эти все изделия по 861 рубль, 900. Знаете, у меня в продаже есть вазочки тоже по КССР, старое стекло по 1000 рублей. Нет, конечно, есть здесь по 589, но все равно. Говорится, нужно расставлять свои приоритеты правильно. Посмотрите, какая красота. Яблоки. Пойдем. Гранаты. 1990 вот такая игрушка. Роскошно, попугай. Слон 3500. Роскошные игрушки, очень красивые. Посмотрите, и зайчики есть. Это современные. Сейчас я узнаю, кто такие выпускает, кто такие делает и почему. Вот этот вообще красивый. 5150. К себе бы в коллекцию. Конечно, не винтаж, но тоже очень красиво. Смотрите, здесь большие шары. По 3150 они. Но мне кажется, что шары не так выигрышно смотрятся, как вот те, которые я вам показывала. Все, конечно, все сверкают, мерцают. Невероятно. Мы сейчас пойдем в магазин чешского дома. Стекло, фарфор, хрусталь здесь. Чехословакия, Богемия, современная. А это получается цена за один, да? Две с половиной? Цена за шесть. А, цена за шесть, две с половиной. Вот это красивое. Красота. 6000. Вот это красивое, да? Красивое, да. У нас там разные беши есть, и белые, вот на том столе еще. Угу. И на ножке за 7200. Да. А это получается Мурана, да? Да, Мурана. 14800, да? Ну, ага. Скидкой, да. Все, я поняла. Ой, такая ножка. Красивая. Вот такие вазы. Разные интересные формы. Цены, конечно, большие, но это все современное. 5300, 7000. Также есть чайные пары разные. Вот эти 3000, но это все современное. Очень тяжелая. Новогодняя коллекция. Две 200. Вот такая 1000.